Сила воли. Трудно объяснить. Про взрослых и детей. Я думаю про детей. Про взрослых. Сила воли — это когда человек делает на воле. Мне кажется, у мужчин. Это сила и воля. Это можно, когда прыгать, бегать, играть на улице. Разные игры. Ну, когда человек свободный, ему ничто не запретают. Мне кажется, это когда человек может делать что-то сам. И его никто не будет заставлять. Мне кажется, у спортсменов они более сильные, умные и ничего не боятся. Всегда, наверное, постоят за девушку, чтобы защитить ее. Конечно, хорошая. Например, если тебе что-то хочется делать, а тебе это нельзя делать. И ты сдерживаешься. Сила воли, ну, как по моему мнению, это когда человек что-то преодолевает через силу, ну вот, например, чего-то он боится, а он это сделал, и потом он, ну, не боится, у него как, ну, как вот он теперь такой бесстрашный. А у вас есть сила воли? Да. Откуда знаете? Нам рассказывали.